вовремя. Сеть многофункциональных центров в Чебоксарах расширяется. В юго-западном районе скоро откроются новые универсальные окна. Дмитрий Ковалев продолжит тему. Пока на площади перед Дворцом культуры «Салют» грохочет строительная техника. Работы по благоустройству должны завершиться уже через неделю. Помещения многофункционального центра к приему гостей будут готовы раньше. В ближайшее время здесь установят компьютеры и современные терминалы. Универсальные окна откроются для клиентов в день рождения чувашской столицы. Новый МФЦ должен разгрузить центр госуслуг на улице Ленинградской. За 4 года работы его посетили более 600 тысяч человек. Это еще показатель того, что МФЦ себя хорошо показали. Сегодня граждане вольны сами выбирать, идти в привычные администрации, ведомства, министерства, получать непосредственно у чиновников услугу или же обратиться за получением услуг в МФЦ. Больше предпочтения отдают МФЦ все-таки. Это с каждым днем мы видим, ощущаем. Если первые 2010 год показывали, что за услугами в МФЦ обращалось 15% всех заявителей, то сегодня этот процент в районе 70 уже достигает. Но создавая новые центры государственных и муниципальных услуг, в первую очередь обращают внимание на то, чтобы к универсальным окнам было удобно добираться. В юго-западном районе под эти критерии подходило идеально только здание ДК «Салют». Здесь заработает 19 окон. Специалистов уже трудоустроили. Сейчас они проходят практику. То есть все наши специалисты – это универсалы. Вот 161 услуга, значит, все они владеют, скажем так, необходимым знанием по 161 услуге. Перечень услуг, конечно, будет расширяться, увеличиваться. О комфорте горожан руководство МФЦ заботится в первую очередь. Игровые комнаты и мягкая мебель в зонах для отдыха – это минимальный набор услуг. На площади перед Дворцом культуры благоустраивают тротуары и даже остановочный павильон. Центр государственных услуг в этом районе и действительно необходим, говорят горожане. Я думаю, будет удобно здесь ближе ехать. Но там все равно в том здании народу много. Очереди постоянно. Ну, в принципе, он везде нужен, наверное, не только в юго-западном. Слишком далеко ездить куда-то в центр. Я думаю, вы это будете нужно. Здесь его посещать? Да, конечно, я тут рядом живу. А в ближайшие годы государственные услуги в Чебоксарах должны стать еще доступнее. До конца 2015 года в Чебоксарах заработает 95 универсальных окон по одному на 5000 горожан. В ближайшее время еще в 2 районах города будут построены многофункциональные центры. Дмитрий Ковалев и Антон Вовк. Республика.